Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столичном метро нашли микробов из Нью-Йорка. Российские ученые университета ИТМО поддержали международный проект и исследовали микробиоту московского метрополитена. Об этом сообщает Интерфакс. Ученые сравнили данные, полученные в Москве, с результатами американских исследований. В ходе сравнения они выяснили, что бактерии на поверхностях метро столицы настолько же часто встречаются и в подземке Нью-Йорка. Выяснилось, что разнообразие бактерий зависит от величины пассажиропотока на конкретных станциях. Также в ходе исследования не было выявлено наличие патогенов. Международный проект по исследованию микробиоты метрополитена стартовал несколько лет назад. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!